Здравствуйте! В этом видеоролике покажу вам квартиру, которая вошла на продажу. Это вторичка, жилой комплекс «Паруса». В первую очередь дом, который сдан. Усилены сейчас вот здесь вот слышны звуки ремонта. Кто-то живет. Кто-то вот решил перепродать квартиру. Возможно, покупал для инвестиций, чтобы потом с наварчиком ее реализовать. Вот этим как бы я буду людям помогать. А для этого покажу вам эту квартиру наглядно. Объявление объявлениями, фотографии фотографиями, чтобы вы посмотрели, как квартира сама выглядит по-настоящему. Сейчас нахожусь в коридоре. Я сейчас нахожусь во втором подъезде на 14 этаже. То есть вот у нас такая квартира. И сейчас мы сюда будем заходить. Встречает нас хорошая добротная входная дверь, менять которую совершенно не нужно. Не, ну или если у кого-то какие-то завышенные потребности, свой взгляд, может быть, у каждого. Но я бы не менял. Дверь нормальная, толстая, как бы она добротная. И входим в квартиру. Так, сейчас я внутри квартиры, дверь вот как я бы закрыл. Тут у нас с правой стороны домофонная трубка. Кнопка даже пожарной сигнализации. Сейчас мы находимся в коридоре. Коридор небольшой, но вот здесь есть такое место подготовленное под какую-либо раздевалочку. Прийти сюда, обувь, скинуть какую-нибудь полочку, поставить, повесить курточки, вполне места хватает. Ну и идем с вами слева направо. Это санузел. Санузел достаточно широкий, нормальный. Так, гидроизоляция есть, видим. Тут у нас трубы утоплены, что тоже как бы важно. То есть не надо короба градить, чтобы их выделять, прятать в комнате. То есть тут, в принципе, стеночек просто ставится и все. В принципе, санузел неплохой. Двигаем дальше по левой стороне. С левой стороны выходим. Это что у нас? Это у нас кухня. Кухня 8-метровая. Тут стоят газовые счетчики. Соответственно, потом поставите. Можно их убрать в кухонный гарнитур. В ящике видно, ничего не будет спрятать. Это с пожарной сигнализацией. По-моему, датчик на газ, если вдруг идет выброс газа, как вот утечка, она как называется, то, соответственно, у нас работает, начинает пищать. У нас окошко идет вытяжка. То есть вот так вот. 8-метровая получается кухня. С кухни лоджия. Можно открывать окошко или целиком. Это уж какой. Как вы себе сами захотите. Вот так вот вид из окна. Сейчас вам покажу вид из окна. Ну, то есть окна такой в пол, французский вариант, многим сейчас нравится. И вот какой классный вид из окна. Дорога пошла на Солочу. Тут вот пересекает ее Муромское шоссе, идет в сторону Дашкова Песочного. Тут вот у нас такая известная всем рязанцам развязка. Молодцы, что сделали. Интересно. Спасли многим время. Помню, раньше здесь было особо не развернешься. И с тем, что кругом строятся дома. И вот так вот. Вот так вот круто. И вы будете из окна наблюдать вот эту всю красоту. Сейчас скоро зима, скоро все будет белое. Тоже будет все классно видно. Из окна внизу такой стилобат. Под стилобатом парковки. Наверху будут детские площадки. И жильцы вот этого дома первого. И вот сейчас строится жилой комплекс «Паруса» второй очереди. Квартира здесь есть, кстати, тоже, если надо, обращайтесь. То есть будут гулять детишки вот здесь вот. Наверху вот этой там полезной площади. И стояночки есть. И детская площадка тоже есть, в принципе, разумная.
Так, сейчас буду вам показывать дальше. Так, вернулся опять вот в коридор. Как мы вошли в квартиру, и в правую сторону выходит комната. Комната почти 21 метр, 20, там 80 с чем-то. Вот такая вот она, здоровая. Ну вот такой уголочек, если вы видите, скорее всего, разумно, наверное, использовать под шкаф-купе, который необходим. Да, вот вопрос совещания будет закрыт. Вот здесь будет шкаф-купе стоять. Ну а здесь уже диваны, телевизоры, компьютерные столы. Места тут много. Ширина, ну, больше 3 метра. Точно. Я сравниваю как со своей квартирой. Опять же вид из окна. Интересный. О, с этой стороны теперь вам покажу, что дома творится здесь. Так, вот, ну, детская площадка во дворе там уже есть. Я сейчас покажу еще вокруг дома. Немножко порассказываю. Если вы любитель поплавать, то, пожалуйста, Рязанский государственный университет какой-то. Университет физкультурного. Это оздоровительный. А, бассейн, да. Я чуть помню бассейн, что-то университет, что-то читаю. Так что здесь шаговой доступности у вас будет можно где поплавать. Чуть подальше там, если пройти за те дома, там, ну, я считаю, наверное, одни из современных школ в Рязани недавно построенных. Детский сад тоже прикольный. Приезжали какие-то даже гости, мне кажется, с Москвы. Вот они там как бы на открытии были. Но если не прав, поправите. Ну, мне кажется, вот я такое слышал. Так, ну, в принципе, квартиру я вам показал. Все, что вокруг. А, вот здесь вот не видно. Но вот за второй очередь, чуть там подальше, идет строительство. Уже идет строительство детского сада. Северная компания строит там детский сад. Это вот насчет инфраструктуры, что никто здесь не брошен, а люди о людях здесь заботятся. Так что если у вас детишки или планы, можете сразу рассчитывать, что вот за территорию жилого комплекса зашли, будет там ваш детский сад. Так, ну, квартиру я вам показал. Показал. Сейчас покажу вокруг дома. Расскажу вам, что происходит вокруг. Так, вернулся в коридор. Вот так тут красивые цвета. Сейчас вам покажу место холла, где находится лифтовая. Так вот все в плитке. Все так классно, симпатично и красиво. Честно говоря, очень приятно в такой чистоте, в аккуратности. Думаю, вам тоже нравится. Тут есть такое окошко, можно посмотреть, что находится с другой стороны дома. Это как раз вот центральный подъезд к жилому комплексу «Паруса». Так вот красиво. Это Солочинское шоссе, и вот туда уходит в сторону развязки на Солочу. Ну и вообще так все красиво. Макдональдс рядом, кто вот любит булочки покушать, в Макдональдсе круиз. Ну, соответственно, тут лента, кинотеатр, все тут в шаговой и пришаговой доступности. Внизу вот стоянку можете посмотреть. Вот так вот красиво. Я сейчас нахожусь там в жилом комплексе «Паруса», первую очередь. Так вот красиво, вид из окна. Думаю, вас тоже порадовал. Сейчас приближу. Нашел Кремль Рязанский. Вот он, красавец. Отсюда даже его видно. Так, ну поеду вниз, покажу вам что-нибудь из земли, поснимаю. Сейчас покажу вам входную группу. Тут сам подъезд такой здоровый. И очень красивый. Ну, это будут квартиры. Письма вам сюда приходить. Все такое светлое. И вот смотрите, как классно. Так, ну на выход. С вами идем на выход. Так, пандусы, конечно, все тут есть. Все как положено. Мне вот этот дом визуально очень нравится.
То есть северная компания так в этом плане молодцы. Вот всякие такие пандусы, лесенки, там солнышко светит. Так что вот это сейчас покажу вам еще. Вот эти квартиры, соответственно, продаются вот в этом втором подъезде. Так, этот пандус, вот этот, про который вам говорил, видите, машины там спрятаны от дождя, от чего угодно. Обхожу я дом. Так вот. Сейчас мы с вами пройдем. Блин, солнце прям светит. Что-то там громыхает. Ну, это вот центральная вот эта вот стояночка со стороны вот Солочинского шоссе. Вот так вот. Блин, если, конечно, видно, если солнце не слепит. Стояночка большая. Ну, хотя, судя по нашим... по нашему количеству автомобилей у граждан, никакая стоянка, мне кажется, целиком полностью не обеспечит. Потому что по одной, по две машины сейчас у нас в семье. Говорят, люди плохо живут. Но вот это вот в первую очередь, еще раз вам покажу. Вот такой вот красавец. Вот такой красавец. Так. Так, ну еще раз повторюсь, да, продается однокомнатная квартира в жилом комплексе «Паруса», первая очередь. Очередь это сданная, вон люди тут живут, видно много, как их зовут-то, кондиционеров, вот этих вот кондиционеров. То есть можно приобрести, звоните, я думаю, видеоролик вам поможет. Сразу будет понятно, надо вам это, не надо. А если захотите увидеть воочию, посмотреть, обращайтесь. Звоните мне по телефону 8-910-973-33. Зовут меня Тилков Сергей Валерьевич. С удовольствием вам помогу. Обращайтесь.